Вот это экшен, блин. Не, УАЗом говорит, не, это не тема, говорит, представьте, что мы в тундре одни. Миша лезет на акацию. Новый сериал. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри. Панда! Так он же пандой был в прошлой жизни. Трос он сейчас зацепит. Посмотри, какие технологии включились в работу. Ни хрена себе! Так это лучший штурман в мире, блин. Гаур уперся. Пока не едет. Елки, неожиданный поворот. Лёня, вытягивай! Ох, блин, завернул. Тут никто не ожидал такого поворота. Михалыч, как ты там? Хорошо здесь. А как ноги? Ноги не намокли? Машина герметичная, да. Герметичная. Так ты под водой, ты как в подводной лодке, у тебя ноги уже. Ниже уровня воды. Что-то неожиданно, тут такого не было. Может, или ты копнул сильно? Возьми лебедочку, говорит. Возьми, говорит, лебедочку. Я тут как Мэри Поппинс с этим. Лёня, а как ты тут проехал в прошлый раз? Давай, стой, одевай. Будет легче. Я ж снимаю еще, понимаешь? У меня зонт, лебедка и камера. Давай. Стоп. Есть. Штурман, ё-моё! Я за тебя должен лебедить. Да, это был неожиданный поворот. Смотрите, как на лебеде пошел. Ну, все колеса, все блоки, все крутит. Чем-то он ЛуАЗ уже напоминает, такой несуразный, простой. Это жесть. И беда тянет. Он не тяжелый, плюс огромный его. Спросить, может, знает, какой вес. Ну, достойно идет. Резина не сильно злая. Красиво. Вот это круто было. Слышь, сколько он весит? Сколько он весит? 900? Миша, не знаешь, какой вес у него? Две... Полторы, да? Но легко пошел очень. Шноркель. Так, дальше направо дорога идет. Направо дальше. Вот колея тут видна, все. Дальше направо. И прямо.
Так, штурман садится на место. Пень трухлявый, наверное. Колесо спущено. Стой! Стой! Стой, Олег! Олег, стой! Переднее колесо в ноль спущено, правое. Колесо спущено. Оно на бэдлоке или нет? Нету бэдлока. Тогда надо качать. Что она спустила? Вот это я вас заманил, да? Чашку дай. Леня, давай твой выход. А что, хотел одеть колпачок? А, землю снять. Колесо спустило. А что оно могло спустить? Вентиль? Ну, она с камерой. А, она камерная, да? Думаю, и что делать? Это, да? Да, могли это. Запаску ставить. А где запаска? Сзади, Руслан. Ты что? Да ну нафиг! Тут что, есть запаска? А, запаска полноценная. Вот это люди подготовились. Да, это микроавтобус апокалипсиса, да? Давайте сядем вовнутрь, покушаем, наверное. Потом запаску будем менять после еды, давай. Да мы тут не поднимем. У меня хайджек. Мы туда не поднимем. Так. Полностью спущенное колесо, но есть запаска полноценная. Камерные шины. Вообще уже все и скрутится по крышке. Миша, давай тут, наверное, оно не крутится, вообще уже прокручивается колесо. Ну или на лебеде давай вытащим, да и все. Подъезжай с лебедкой. Такое тут живописное болото. Видите, есть следы. А, это Леня в прошлый раз по кругу задубасил. Вот его следы. Ну и на ту сторону когда-то мы ехали. Смотрел я на видео, пытался узнать. Но вот эта ветка дерева сломанная вроде так и лежала. Будешь подниматься? Миша принимает решение лебедиться в небо. Тут просто деревья такие слабенькие. Не знаю, что они скажут по поводу подъема машины. Так, а кто полезет на дерево? Ты? Я? У меня, да. Не, ну я по бревну ходить могу, я так... А, по вот этому можно идти, Миша, вот, иди. Вот по вот этому, смотри, идешь вверх и там цепляешь. Так. Такой вариант интересный, но бревно, то если упадет, дерево сухое, сюда долететь не должно. Лебедку! Еще.
Миша, это сломается, да, но слабенько. Выход не получится. Там уже переехал он. Вперед теперь пусть едет. Влево руль вперед, да. Ну, интересная машина. Движение хорошее. Блин, этот бугай не только машины ломать может, и деревья. Какой-то есть план. Блок на дерево, да? Залазь, Влад. Влад, ты самый легкий, залазь. Что, не залезешь? Ну, хотя бы метра четыре. Так, какой-то план. План. Как она быстро крутит. Хорошая лебедка. Лихо тянет. Какой-то новый план. Вот это экшен, блин. Не, УАЗом говорит, не, это не тема, говорит. Представьте, что мы в тундре одни. Миша лезет на акацию. Новый сериал. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри. Панда! Так он же пандой был в прошлой жизни. Трос он сейчас зацепит. Посмотри, какие технологии включились в работу. Ни хрена себе! Так это лучший штурман в мире, блин. Посмотри, аж люди в окно высунулись, блин, по пояс. Да, Юля, все. Теряешь ты это. Короче, если ты на метр выше залезешь, все вернется. Где, на груди или где? Миша, держись. Ты посмотри, что он делает. На удавку давай. Да снимем, нормально, давай. Так. Но экшен нормальный начался. А не вытянется, хватит там. Ты посмотри, что делает. Что, ногой поймал, да? Да, да. Охренеть вообще. Просто что-то творит неимоверное, да? И с той стороны цепляй, Миха, с той, чтобы был крючок, да. Просто страшно. Саня, залазь, поддержи его, Саня. А если я туда залезу, успеха будет, знаешь, не знаю, смотрим. Черт.
сейчас обернулся. Да надо было на удавку, блин. Хватило бы там. Натяжай УАЗом. Да нет, давай ты лезешь. Твоя очередь. На УАЗе я. Лезть. Миша, давай УАЗом подъеду с крыши из УАЗа. Решу. Блин, не хочет, не доверяет он мне, короче. Какие-то требует от меня каких-то действий. Я туда не залезу, или оно упадет вместе со мной, это дерево. Посмотри. Посмотри, что делает. Оно прокрутится. Может не хватить, ну сейчас посмотрим. Все получается. Еще! Еще! Еще, Михалыч! Чуть-чуть еще! Нормально. Вот это экшен, блин. Такого поворота не ожидал даже бородач, я думаю. Это вам не в каменистых Карпатах, покатайтесь тут. Саня, глянь, одной правой спокойно чистит болты. Палку возьми побольше. У меня есть специальная лопатка для чистки. Мне в нескучном подарили. Специалист попал. У меня специальная лопатка есть для чистки. Специалист попал, там нашел. Фото называется «Один работает, все смотрят». Контролируют. Все контролируют, да. Мы, правда, с Русланом работали. Тут он камеру в руку. Ты видел себя в ТикТоке хоть или нет? Я в ТикТоке посмотри. Это не лужа, это река. Ну, в смысле, озеро. Река. Ну, хорошая зеленая река. Под цвет Пенсгауэра. Я опять еду, ну сейчас я поеду. Леня, давай. Ко мне не подходи близко. Да вы отходите туда отсюда. Смотри. Не, Лень, не пешком, на самурае. Так я тоже умею. На самурае, конечно, слышишь? Я хотел так рубануть. Не, давай на самурае, потом пешком второй круг. У тебя подтяжки отстегнулись. Это я заманил их? Конечно. Где? Я просто ей показал направление. Газу. На коксе иди. Только ж без камеры не едь, меня подожди. Так, ну тут болото полноценное, вот тут маньяк. Дождь продолжает идти достаточно сильный опять. Ну это видно, он уже просвет такой хороший. Может скоро закончится. Пытается объехать. Сложное место. Ну пока неплохо. Лебедка есть. Задней не хватает блокировки. Ну что скажем, чуть не проехал, да? Барабанные тормоза. Ого, тут устройство хоть дайте покажу. Бортовики. А мост не цельный, да?
Независимая подвеска. Независимая подвеска, да. Руслан, кардан сложнее. Что ты оришь? Кардан сложнее, по-моему. Да? Вот у меня гайка. Какая разболтовка, покажи. На пинцгауре сложно сказать, ну какая-то большая. Да, разболтовка, кстати, редкая какая-то. 5160, похоже, как в транзите. Даже диск внешне чуть-чуть похож. Вообще надо померить. У меня есть специальная штучка, чем мерить. Так, Леня. Готов. Продолжает ехать. Запаска заменена просто на время. Леня уже тут. Да, хорошая машина, удобная. В Карпатах было бы на ней хорошо. Семейная, да. Минивэн, семейный минивэн. Минивэн, четкий. Минивэн. Микробус. Да. А, он срезает, слышишь, он по лайту сейчас пойдет. Вот хитрый, ну. Заднюю включил или что? Дерево. Да, дерево. Он уже почувствовал. Отходи, отходи. Жаня, между пеньком и этим давай отходи. Ну куда? Ты же не Валера, куда ты полез? Да я смотрю, может, его. Да я смотрел уже. Давай, Лёх! Снимали это, да? Он узкий, должен пройти. А там бревно вот это мешает. Аж солнце вышло так. Оффроуда мы захотели. Ровнее теперь. Ровно руль. Леня по своему маршруту пошел. Как в прошлый раз. Не сегодня? Да не, пройдет у него. В прошлый раз он тоже там как-то было сложно ему сначала. Самурай, конечно, уникальный аппарат. Почти. Чуть-чуть назад, Леха. Ё-моё. Чуть не проехал. Так, ну вот претендент на победу. Там крат с дерева сняли. Да, сложновато тут. Сложновато немножко. Замесил уже. Ровно руль поставь, у тебя руль выкручен. Вот так, по прямой попробуй. Вперед-назад, прямо. Там монстр. Не крути, не крути, так и иди. Так и иди прямо, попробуй раскатать. Попробуй раскатать по прямой. Вот. Не крути, главное, руль.
Хорош, теперь коксу попробуй. Мне не хватает чуть-чуть. Давай подтянем, стой, все. Подтянуться вперед просто и все. Хочет лебедиться, не сдается. Хочу выехать сам. Там Пенцгауэр пока в засаде. С кривым рулем не пойдет. Да, вот это каша. Так, штурман мечты опять в действии. Борьба идет. На лебеде идут вперед. Блин, да он каратист. Точно каратист. Ага. Вот сюда будет выход сейчас. А тем временем Леня выезжает из болота на лебедке. Пытается ходом и выскочил, ну. Просто бешеный. Это было прямо дерево вот маленькое. Право руль, право руль. Ханный бабай, как он объехал. Леня, это он тебе трассу прокладывает. Вот это? Да. Спасибо. Прошел, вот так и не.
А не домой, наверное.